Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим турецкий лимонад. Освежающий. И турецкий и обычный лимонад отличаются всего лишь наличием мяты. Именно она и придает ему эту потрясающую свежесть. Ну а сейчас не скупимся на лайки, проверяем подписку и погнали! И нам понадобится 2-3 лимона, 1-2 апельсина, 3-5 листиков мяты, 200-300 грамм сахара. И вода понадобится 3 литра, то есть 3 таких графинчика. Тщательно промываем цитрусовые и затем аккуратно снимаем с них цедру, чтобы не зацепить белую часть. К цедре отправляем сахар, мяту и тщательно это перетираем. Вот такая очень ароматная и яркая смесь у нас получается. Теперь отжимаем сок с апельсинов, лимонов и этот же сок отправляем туда. Получившийся сок отправляем к сахару, мяте и цедре, тщательно перемешиваем и оставляем минут на 10, чтобы все вкусы хорошо объединились. Кстати, это не единственный способ, которым можно приготовить данный лимонад. Если вас не смущает горчинка цитрусовых, можете просто произвольными кусками нарезать и лимон, и апельсин, удалить косточки, добавить мяту, добавить сахар и все это пробить при помощи блендера, ну а затем процедить. Я же не люблю горчинку в лимонаде, как и моя семья, поэтому использую такой способ приготовления. Через 10 минут перемешиваем тщательно до полного растворения сахара, хотя лимонный сок и так очень хорошо сахар растворяет. Ну а теперь, как гласила старая реклама в 90-х, просто добавь воды. Доливаем 3 литра воды и тщательно перемешиваем. Ну а затем остается только процедить. Лимонад готов. Пробуем. Несмотря на то, что мы его не охлаждали, но мятка делает свое дело, и он получается освежающим. Вкус яркий, насыщенный, в меру сладенький. Я люблю, чтобы лимонад был послаще, поэтому я взяла 300 грамм сахара. Если хотите, чтобы он был менее сладкий, просто возьмите 200. Но мне по сахару просто идеально. И такого потрясного лимонада у нас получилось целых 3,5 литра. Вот такой яркий, освежающий, ароматный и очень вкусный лимонад мы с вами сегодня приготовили. Да не просто стаканчик, а целых 3 литра. И понадобилось нам для этого всего лишь пара апельсин, пара лимонов.
Пробуйте, угощайте себя, своих друзей, близких, родных, знакомых. А фотоотзывы присылайте мне. Все ссылочки оставлю в описании. До новых вкусных встреч. Пока-пока.